Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас мукбанг, пицца, роллы, также как десерту груша. Но груша больше для попугая, который на заднем плане. Вот. Сегодня у нас пятница, как всегда, самый лучший день недели. Вот, поэтому давайте начинать. Тут у нас сет Филадельфия и пицца пепперони. Хочу начать с пиццы. Она немножко подостыла. Также нам тут для пиццы дали горчичный соус. Можно попробовать макать. Ну, я его не очень люблю, а так посмотрим. Давайте. Всем приятного аппетита, кто тоже есть с нами. Видите, кто пришел, прилетел? Это мой попугай. Кеша тоже хочет снять мукбанг. А у вас есть домашние животные? Пишите в комментариях. У меня есть собака и попугай. Оба любят покушать, как и мы. Вот. Не, груша уже не хочет. Все, лети. Ладно, будет есть с нами. Без Кеши никак. Ну, ешь, ешь. Так, давайте приступим к роллам. Надеюсь, роллы ешь. Все, летели. Кеша захотел роллы. Так, мы дали попугаю лакомство. Надеюсь, в ближайшие 5 минут он не прилетит. Так, ну что, приступаем к нашим любимым роллам. И да, если вы услышите... Он сейчас полетит. Посторонние звуки, то это Кеша. Итак, это Филадельфия горячая, холодная и запеченная. Я больше всего люблю запеченную. Вот. Ну, как всегда, очень вкусно. Мы опять заказывали в Макан. Я рекомендую эту доставку. Кстати, что больше любить, пиццу или роллы? Я раньше больше любила пиццу, а сейчас, наверное, роллы. Вот, фастфуд я не очень люблю. Давайте горячую теперь попробуем. Макаем свой соус. Попугай не хочет выходить из кадра. Он очень любит, на самом деле, камеру. Вот. Не бери. Супер. Все супер. Вот. Хорошее начало выходных. Так. Давайте еще, наверное, холодную. Уж очень я ее тоже люблю. Ну, не у каждого видишь мукбанг с животным, а еще с попугаем, да, Кеш? Ой.
безумно вкусно, как всегда. Я, наверное, пиццу не буду макать в соус, потому что я горчичный не люблю. Давайте еще один кусочек съедим. Вы, кстати, едите корочки от пиццы? Ну, ты заходили бы, чего, Кеш? Я, наверное, им корочки только в Додо. Вот. Они там как будто как изюминка. Ребята, извините, мы без Кеши никуда. По крайней мере, сегодня точно. Надеюсь, это вам не сильно мешает. Так, не получается мне сходить. Но Кеша не отчаивается, но все равно опять к нам летит. Ну что же это такое-то? Кстати, в этот раз им ведь что-то как-то мало положили. Ну как, у нас даже свой есть. На полу играет. Играй, играй. Ну вот, у вас есть домашние животные? Может, даже у вас попугай есть? Очень вкусно. Кеша опять прилетел. Кстати, ребят, мне задали в комментариях вопрос. Смотришь ли ты каких-то мукбангеров? Да, я смотрю мукбангеров. И меня они, так сказать, смотивировали тоже снять мукбанг. Мне очень нравится смотреть мукбангеров, когда я тоже ем. Ну, или просто свободное время. А вообще, я сейчас подсела на шоу «Кондитер». Уже смотрю пятый сезон. Я просто начала с конца. Я не знаю, почему я так решила, но я начала с конца. Я сейчас посмотрела шестой и досматриваю пятый. Вот. Мне очень нравится, каждый день смотрю. В общем, как-то так. Я сейчас решила убрать пиццу, чтобы родителям оставить. Роллы, конечно, вау. Ничего не сказать. Так что как-то так. Вот. А, насчет мукбангеров, ребят. Да. Я смотрю уже очень давно, наверное, на протяжении года Айку Эмили. Это, наверное, мой самый первый мукбангер. И вот, кого еще могу сказать из любимых? Мне очень нравится и Этинг Ди, девочка Диана тоже. На год меня старше. Вот, мне сейчас 14 лет. Вот. Тоже снимает очень крутые мукбанги. Мне она нравится. Вот. Ну, я, конечно, не только их смотрю. Вот. Других иногда тоже. Так, у меня тут салфеточка. Вот. Я буду очень вам благодарна и рада, если вы оставите свои вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу на все. Но пока что их нет, к сожалению. Вот. Так. Пробую еще съесть. Давайте холодную. Смотрите. Мне кажется, сегодня как-то вот получше, да? Все лежит. И пицца плюс еще вдобавок к нашему праздничному столу.
И Кеша. Ну, и Кеша не к столу, конечно, но он вместе с нами. Он, кстати, вот тут вот рядом. Просто вот чуть-чуть его не видно. Хочешь, иди ко мне. Иди залази. Хочешь? Кеша. Не хочет. Он тоже с характером, на самом деле, парень. Ему уже 7-8 лет. Вот, представляете, ребят? Он ворует мою палочку. Кеш, а ты, пожалуйста, палочку. Она тебе не нужна. Она в 2 раза больше тебя. Да так я смотрю на Ютубе не только мукбангеров, но и других блогеров, конечно же. Влог, покупки. Вот. Мне это интересно. Если хотите, могу сказать поподробнее. Вот, но люблю влоги, там, ну вот мукбанги. Вот сейчас подсела, еще раз повторюсь, на шоу-кондитер. Потому что у меня появилось желание делать тортики, попробовать себя в этом деле. Вот. Так что как-то так. И мне это шоу на самом деле очень нравится. Мама только купила грушу. Прям. Прям сочная, мягкая. Видите? Он вот тут сидит. Что делать себе? Груша прям вау. Я вообще не фанат груши, но... Вот. Мама ее порезала. Кеша что-то рассматривает на второй вот такой палочке. Я не знаю, как мы будем это есть. Давайте я последнюю съем. Вот так, что ли? Идея. Я обожаю пиццу и роллы. Вот. Также пишите вы своих мукбангеров любимых, может быть, вы мне посоветуете даже их. Кстати, ребят, хочу заказать микрофон. Вот, ну, чтобы было лучше слышно. Может быть, даже снимать не мукбанги, а АСМР, но там обязательно нужен микрофон. Вот. И тишина в доме, которой нет. Вот. Так что, вот так вот. Сегодня попить не взяла. Вот. Забыла налить. Ну, ничего страшного, сейчас пойду попью. Так. А так, ребят, все хорошо. Все отлично. Вот. Настроение хорошее, потому что я поела и поела свою любимую пищу. Уважаю, эти шапочки, они, насколько я знаю, из майонеза, да, сделаны. Майонез и полить соевый соус. То есть можно вполне себе самим сделать, да? Вот. Кстати, эта идея можно также когда-нибудь сделать самим роллы. Ну, пиццу мы уже делали. Вот. Ну, если вы хотите об этом видео, тоже пишите. Вообще, что вы хотите на моем канале? Я не только мукбанги снимаю, я еще снимаю влоги там. Но влоги сейчас нет смысла снимать, потому что у меня школа, 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 как я уже говорила. Вот. Но когда начнутся каникулы, может быть, если мы поедем в Москву, а я надеюсь, мы поедем в Москву погулять, вот, то я обязательно сниму влог. Ну что, ребят, пора прощаться. Всем спасибо за просмотр. Я буду вам очень благодарна, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Нас уже 39. Спасибо вам огромное. Вот, всем пока. Спасибо большое за просмотр данного видео. Пока.